Чтобы быть спокойным за свой сад зимой, нужно потрудиться осенью. Сорняки, личинки и жуки – столько всего угрожают вашему участку, но специалисты уверяют, справиться с паразитами можно. Нужно лишь перекопать землю, и тогда злостные насекомые не смогут перезимовать в почве. Кроме того, рыхлая земля лучше впитывает атмосферные осадки. Возьметесь за дело, и что? Опять боли в спине и пояснице? Пора прекратить мучения. Уберите в чулан пресловутые грабли и лопату. На помощь придет садово-огородный рыхлитель «Крот». Чудо-лопата состоит из рамы и двух встречных вил. Упор для ноги расположен над рамой, это очень удобно. Для рыхления земли нужно прилагать намного меньше усилий и почти не напрягать спину. «Крот» поможет вскопать землю на глубину 25 сантиметров. Такой новинкой вы и с сорняками справитесь на раз и сохраните плодородный слой почвы. Вилы рыхлят поднятый пласт земли, не переворачивая его.